Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Forger. Мы с вами остановились на том, что у нас был долгий период крафта проклятой электроники, с которой я, в принципе, справился. Естественно, я нафармил кучу левелов, пока это все добывал, но крафт свершился. У нас в общей сумме 54 электроники есть, я думаю, что нам этого хватит на все нужные вещи, которые мы хотели скрафтить, если я не ошибаюсь. Так, хорошо, давайте начнем с амулета. А здесь закинем, наверное, лук. Наверное, лук, и пока это добро пусть крафтится. В целом, по опыту, что вышло, самый профитный пока способ пассивного получения опыта я нашел, это просто использовать наш тотемчик этот, мастерства, и, соответственно, выставить на крафт все нужные нам вещи. И в итоге получается, что у нас огромнейшее количество ресурса перерабатывается в свободном режиме, а мы за это просто стоим и получаем эксп. В целом неплохо, но я параллельно не стоял. Я, естественно, собирал ресурсы, продавал дичь и получал удовольствие. Так, 125% больше лута. И стрелы теперь еще и поджигают у нас вражину. Хорошо. Так, дальше у нас идет пустота. Нужен камень пустоты. Здесь сталь пустоты, опять же таки, ничего нового. Так, это оставляем. Давайте я тогда и лопату сделаю, раз уже на то пошло. Не знаю, что нам та лопата даст, но пусть будет. Пусть будет. Я немножко переставил, кстати, наши... Вот еще в чем проблемка. Здесь вот эти твари. Да ладно, что, не справляемся? Где хаммер? Это плохо. Не вытаскивает наша баллиста здесь. Вот в чем проблема. Так, удары поджигают врагов, это хорошо. Я здесь поставил просто одну отдельную баллисту, как раз над ловушками, чтобы она пыталась хотя бы защитить наши ловушки от мразей, которые к нам приходят. Но, видимо, этого недостаточно. Этого недостаточно, мы это пофиксим. Мы будем уничтожать их в любом случае. Короче, база вся у нас заложена камнем. Большая ее часть, скажем так. Так, зона раскопок, раскопки всегда приносят руду. Подождите. Ни хрена себе зона раскопок. Ну, я бы не сказал, что мы там много руды сильно получаем, да? Но она там есть, она там есть. Самое крутое, я пытался высаживать как раз ягоды. Для того, чтобы эти ловушки поставить. У меня здесь половина вот, ну, по сути, это целый остров. Целый остров был засажен, короче, ягодами. И это настолько круто делать с помощью лопаты, а не поливалок. Это совсем вообще песня, другая история. Так, здесь я еще надел королевскую одежду. Давайте сразу... А, хотя, стоп, подождите, что у нас по одежде? Что у нас по одежде? Мы можем сделать ботинки. Здесь нужны опять эти сраные черепа. Нам бабки я накопил, поэтому мы сейчас пойдем дальше искать данж этих мертвецов. Насколько я помню, он, по-моему, в виде лабиринта сделан. Короче, сейчас выбор, либо ботинки. А хотя мы и то, и то можем сделать, да? Запускай боты и запускай книгу. Все, должно быть вообще very nice and very good. Так, все остальное требует, естественно, глаз кракена, сталь пустоты, роболопата. Тоже требует хрень от пустоты. Зона раскопки увеличена, раскопки всегда приносят редкие предметы. Оу, вот это интересно. Вот это интересно. Что у нас здесь еще? Уничтожитель, стекловолокно, космическая сталь. Так, адроид, два электроники, два стекловолокна. Так, сапожки есть. У ворот больше, скорость передвижения больше. Книга, больше опыта на 60%. Следующая книга что требует? 15 пластика, бумагу, бумагу я скрафчу сразу. А пластик, скорее всего, надо будет надеяться, что мы его купим в магазине. Мне кажется, это может проканать. Магазины, кстати, я хотел еще новые доставить. Так что этим нам имеет смысл заняться. Так, цветы это нам не надо. Рельсы не нужны. 1300, давай. Мне, правда, надо гораздо больше стекловолокна, но... Ладненько. Так, еще раз, где я смотрел? Здесь нам нужно было это добро. Вот здесь, по-моему, да? Так, ботинки, стекловолокно у нас еще требует. Короче, нам в любом случае надо стекловолокно собирать хотя бы в формате покупки. Скорее всего, оно появится в виде крафта на фабрике. Вот здесь два слота есть. А, ну уже есть, стоп. Я втыкаю. Нам просто нужна куча пластика. Короче, с пластиком история чуть похуже. Я думаю, что мы вот эту зону отдадим под наши вышки. Они у нас вроде бы как прокачаны, да? Стоп, где вышки? А? Я прям чувствую, как я долблюсь в глаза. Вот, буровая установка. Требует 4 королевской стали. Короче, по-хорошему нам их нужно разместить здесь. И сделать к ним проходы. Пусть даже через жопу, но проходы.
А, они сюда влезут. Сюда влезет одна штука, по идее, да? Пока я не могу землю убирать. Ну ладно, хрен с ним. Ставим здесь одну. Ставим здесь одну. Вообще хорошо было бы еще здесь. Я сомневаюсь, что мне этого хватит. Я сильно сомневаюсь, что этого хватит. Но я хотел бы верить. Я хотел бы верить. Давайте здесь обходик сделаем. И вот здесь. И вот тут. Там уже ничего, к сожалению, не влезет. Или влезло бы. Сейчас я проверю. Влезло бы, кстати. Единственное, что я взаимодействую, и бы с ней не смог. Ну да и хрен бы с ним. Так, что у нас по работе здесь? Бутылка масла. Нам нужно еще и куча банок теперь, да? Так, запускай сюда половину. Запускай сюда остаток. Поезд добывает масло. К сожалению, мы их не можем поставить в зону действия нашей этой херовины. Хотя мы можем эту хреновину еще одну скрафтить. Станцию, которая будет ускорять наши все крафты. Так, ладно, с этим разберемся. Надо банки поставить. У нас не стекла, по-моему, ни хрена, да? Да, все стекло я спускал в других направлениях совершенно. Грустно это все, грустно. Ну ладно, сейчас на краб все поставим. Сколько у нас пластик стоит? Пластик требует одну банку и королевскую одежду. Что? Где логика? Верните ее срочно, без нее что-то очень плохо. Что-то очень плохо. Так, стекло у меня еще есть? У вас тут продажи стекла не было, случаем? Так, бомбалейло. Это мне не надо. Кур, отойди. Эмигранейт. Яйки, бумага. Да, не густо. Надо еще магазины точно выставить. Так, экономика, магаз-рынок. Магаз-рынок требует одну кожу, отлично. У нас она... Я не помню, если я ставлю в упор, у нас остается? Сейчас проверим как раз. По-моему, у нас там блок и сверху, и снизу остается. Так, экономика, рыночек. Поставил так, сейчас проверим. Да, здесь проход остается, супер. Супер good and very nice. Так, рыночек еще один. Бляха. Я сам мешаю постройке рынка. Дожились. Сам себе проблема. Так, по идее, здесь еще один влезет. И там, если добавить мостики, тоже влезет. Так, рыночки, что у вас есть? Ясно? Ясно, понятно. Так, давайте я добавлю все мосты. Нам надо еще левелапнуться, нам кучу всего надо успеть сделать. Я боюсь, что мы не успеем. Так, ставим сюда. И здесь делай... Или здесь делаем сразу из земли. У меня земля еще осталась. У меня 330 земли, алло. Чем мы занимаемся? Какой-то хероборой. Ты задолбал уставать, товарищ. Ты еще ни хера не сделал, чтобы устать. Так, а мы еще и песок же получаем, да? Да. Нет сил. Понимаю. Понимаю, но ты держись. Ты держись. Так, давай нормальную землю. Желательно ее сразу вкатить в камень. Так, отойди, отойди, отойди. Так, камушек. Это мы, по сути, уже перелазим на следующий остров. Что не совсем хорошо, но, в принципе, похер. Так, есть. И теперь пытаемся сюда вместить все, что мы не вместили. Так, рыночек. Да, нам должно хватить на все. По моим расчетам хотя бы. А, сюда не влазит один все-таки. Нам придется здесь еще камень немножко застелить, чтобы мы здесь всегда могли обойти. Так, умирай. Вот это все забрать. Нам здесь просто хотя бы в один блок нужен проход. Ничего личного. Вот так, вот так, вот так. Все, чтобы мы всегда могли обойти и все проверить. Все, что нам надо. Правда, вот здесь я еще, видите, затычку сделал. Ну ладно. Пофиг, пофиг, оно работает, и слава богу. Так, что мы имеем? Пластик здесь в чистом виде есть, давай. Ремнабор это нам не надо. Мы, кстати, ремнабор так и не юзнули. Но да хрен с ним. Так, у нас сейчас еще один левел будет. У меня буст, кстати, заканчивается. Сейчас надо чуть-чуть попотеть. Добьем левел, юзнем все 4 скилла. И можно направляться по делам-делишкам. Так, стрелы, понятно. Хрена там заросло у вас все. Товарищи, вы чего? Так, где мой посох? О май гадабл. Распылесосили немножко. Там тоже дичь всякую соберите. Может пригодиться. Огромное преимущество этого посоха, что он не бьет животных.
То есть мы можем избавиться от лишних смертей, но в любом случае нам все равно придется брать лук. И тогда мы уже всех, естественно, накоцаем. Да, слушайте, кристаллы начали выноситься просто как песня. А он заряжается быстрее, мне кажется? Не, мне кажется. Мне вроде бы только кажется. Они и замерзают, и горят одновременно. Вот что значит страшный лучник, мать его. Так, обновляй, обновляй, обновляй. Обновляй. Алло. Так, 28, сколько нам не хватает? Нам не хватает 2000 опыта, да? Бляха. Мы так долго затянем. Сейчас, в общем, левел добью и пойдем тогда скелетов матросить. Так, 48 левел есть, матерь божья, дожились. Так, дорогуша, открывай. Ой, так, куда мы дошли с вами? Мы с вами дошли до поездов, с ними тормознулись. Постройки требуют 25% меньше древесины, откуда плотнические мастерские нам не горят вообще. Кастрюли сахар позволяют поедать минералы. Все постройки для фермы работают на 25% быстрее. Больше энергии во время еды дает опыт за прием пищи. Давайте это возьмем. Любой дополнительный опыт нам будет только в плюс. Однозначно. Так, наносить боссам больше урона. Восстановление энергии за убийство, усиление действующих. Стоп. Мы же должны были... Так, магические постройки работают на 25%. Открывает мастерскую знаков. Алтарич мы открыли, да? Нет? Нет? А? Вот, открывает алтари. Постройки работают на 25% быстрее, загружаются вдвое быстрее. Давай мастерскую знаков. Так, и нам нужно еще с экономикой разобраться. Банки приносят монеты на 50% быстрее, если рядом есть другие банки. Тут, по сути, можно выстроить страшную схему, поставить банк на банк на банк, типа. Ну, вы поняли, да? То есть, один остров, допустим, отдать под банки. Единственное, что я не знаю, какой у них радиус взаимодействия друг с другом, но в любом случае, можно поставить, тем самым заработать кучу бабла. Так, дает опыт за продажу предметов, снижает рыночные цены. Давайте вот это еще возьмем. Мы когда будем сейчас закупать всякие дорогие вещицы, пригодится. Так, созданные нами предметы дороже продаются. Постройки ремонтируются автоматически. Давай. Зажрались по левелам. Так, что открыли? У маяков удвоен радиус действия. У жезла горняков удвоен радиус действия. У электростанции удвоен радиус действия. У баллисты удвоен радиус действия. Это охеренно. Надо будет обязательно брать. Что я могу сказать? Что я могу здесь сказать? Так, что у нас с собой есть? У нас жрачка есть, этот есть... А, ту жратву я продал. Ну, в принципе, все нормально. Правда, у нас нахламление такое небольшое получается, но это, в принципе, похер. Так, выбей здесь все к чертям собачьим. У нас, по идее, здесь сверху еще один должен быть остров. Так, умрите, пожалуйста, спасибо. Так, давайте землю здесь поставлю, не буду мучить жопу. Так, скелетики нас не трогают, им не до нас. Так, вот здесь верхний островок. 9000. Наконец-то! Не прошло и 1000 лет! Мы нашли данж. Congratulation, мать его. Потратили, походу, все острова только возможно. Там, наверное, еще один остров остался, мертвецов. Не более чем. Так, ладно, это есть. Инвентарь не засран. Ну, как сказать. Как сказать, так сказать. Засран, конечно. Так, ну, здрасте. Лабиринт черепа. О, мы же поджигаемся, да? Найс. Так, самый простой способ, это, конечно же, и работать по правилу правой стенки. То есть, если мы будем всегда идти по правой стенке, мы в любом случае дойдем туда, куда нам надо. Ну, либо левой стенки, то есть, как вам нравится. Единственное, что здесь чуть-чуть все муторней. Но это фигня. Здесь еще есть факела, которые дадут нам возможность понять. А? Факел не зажег его? Окей. Будем киркой зажигать. Так, немножко драгоценностей. С драгоценностями мы, в принципе, пофиксили проблему. Потому что у нас теперь есть шанс крафта этих драгоценностей. Пусть он достаточно дорогой, но крафт-то рабочий. Так что к нему претензий не имею. Самое смешное, что кирка их почему-то не поджигает. Хотя это было бы очень хорошо. Так, это забирай. Еще бабло. Это все поджигаем. Идем дальше по правой стенке. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я не помню, кстати, есть ли здесь вообще какой-то посох или что-то около того. Но какой-то предмет мы точно должны здесь получить. Что-то мне подсказывает. Здесь такая музыка криповая. Чтоб мы обсреникались наверняка. Так, дружочек, покидос. Так, еще один факелок.
Дум-дум-дум-дум. Здорово. Так, поджог. Есть там, кстати, что-то горит без моей помощи. А, о, там, по-моему, этот жертвенник. Если я не ошибаюсь, там мы, скорее всего, будем приносить жертву. Видя себя любимого, естественно. Ладно, проверим. Даже так. Неплохо. Главное не забывать, от какой стенки мы шли, и будет хорошо. Так, идем дальше. Тут даже феи есть. Какого хрена феи забыли в таком лабиринте? Объясните мне. Ой, там здоровяк стоит. Из здоровяка есть шанс выпадения черепа. Покедос. Музыка еще и нагнетается постоянно. Неплохо. Я могу просто ешкой поджечь? Хм. Допустим. Фея, привет. За фею мы получили сколько? 83 опыт? Или мне показалось? Так, я на тебе меч опробую, ты не против? Меч тоже не поджигает, хотя должен. Твою мать. Так, ладно, мы пришли сюда. Выберите дар. Мы теряем 1 хп, дает немного монеты самоцветов. Терминатор, вы теряете 1 хп, дает дроидов и гранаты. Конечно, терминатор. Так, робот есть. Со мной летает глаз Саурона, вы серьезно? LA2YAEV. Короче, ладно, хрен с ним. Так, а где у нас эмигранаты, да? Как бомба, только еще и с электричеством. Понял, принял. Так, жертвенник мы нашли. Замечательно, идем дальше. А? Он там кого-то уже метелит? Метелит, причем неплохо. Чего? Какого хера он меня вообще ударил? Поц. Ладно, бог тебе судья. Меня вроде как скелеты не должны бить, но ладно. Игре знать лучше. Красавчик. Обычных он ваншотит просто, лол. Летающий Саурон, мать его. Он еще и собирается. Причем собирает лучше, чем кура. Пора избавляться от куры тогда. Ты вообще охренел, все ящики открывает, ходит за меня. Ты хочешь, чтобы я тут вообще бездельником остался? Я тебя понял. Так, посох. Для призыва скелетов. Точно, призыв. Как я мог забыть? Как я мог забыть? Еще раз сколько? 23 экспы. Там мне показалось 83. Так, идем исключительно по стенке. Не ведемся на всякую херню. А что здесь за босс будет тогда? Тоже огромный скелетон какой-то. Сорян. Это не я, если что. Это не я. Так, здесь у нас, скорее всего, тупик. Да. Мы здесь подожжем. Так, мы вернулись по той же стеночке. Идем дальше. Мне интересно, здесь будет та же схема, что типа нужно найти сначала скелет-ключ, а потом уже идти дальше или нет? О! Так. Я уже увидел хотя бы ящик, который нам нужен. Мне кажется, это уже приближение к успеху. Так, дядьки, вы злые? Так, скелетные... Черепа, 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 черепа. Срочно. Сколько у нас? 8 черепов с собой. Найс. В принципе, я думаю, что сюда можно будет прийти пару раз, нафармить эти самые черепа. Не мучить жопу. Так, открыть 20 больших сундуков. Сокровищ дается только тем, кто прошел лабиринт. Лол, все? Нет никакого босса? Чё-то это было просто. На удивление, это было очень просто. Так, ладно, хрен с ним. Экспу давай. Экспу давай, все остальное мы повысим. Так, давайте сразу ее всрем. Где у нас там верхний новый скилл? Увеличение радиуса действия всего и вся. Пау. Так, и что здесь еще застался? Колонизация. Покупка земли 30% дешевле. Да, с запозданием, конечно, с запозданием. Но, в принципе, я взял этот скилл. Да, он начинает все уничтожать вокруг. Страшный человек, слушайте. Просто посмотрите на этот веер эксп. Он, правда, там по чуть-чуть дает, но... Сам факт, сам факт. Так, тебя забираем. Что мы имеем? На данном этапе черепов нам не хватает все равно. Ботинки демона. Здесь нужен пластик. Пластик мы, в принципе, уже можем накрафтить, да? Максимум 29 штук мы можем. Давай половину хотя бы сделай.
Ты же его будешь год крафтить, да? Да, пусть крафтит. Магазины надо проверить. В принципе, я только за закупить огромное количество дронов. Я против них ничего не имею. Мне кажется, что они в любом случае будут полезны. Что-то мне подсказывает. Так, сталь, жуки в банке. Ореховое масло. А, это пластиковая стена. Блях. Меня наобманули. Я банки на крафт, кстати, обычно не поставлю. Банки надо еще и закупать. Пластик забирай. Вроде бы рыночек-то у нас не маленький, да? А выбор-то скудненький. Так, стекловолокно забирай. Немножко золота, освещение. Такое. Так, сейчас я банки приготовлю. Нам нужна куча песка. Нам нужна куча песка. По идее, песок у нас добывается как раз в момент добычи нефти. По идее. Но также нам его вручную надо будет сделать. Так, 44 банки. Так, я потерялся в полях действий. Нихрена, докуда добивает. Охренеть. Ну, это замечательно. В принципе, мы можем убрать некоторые даже эти палки, раз у них теперь такой радиус работы. Это надо будет, короче, все вручную проверять. Я так потеряюсь. Просто-запросто потеряюсь. Так, половину скрафтим. Сейчас мы проверим, что мы лопаты выуживаем. Здесь вообще херня. Но песка не то чтобы много, но лучше, чем ничего. Однозначно лучше, чем ничего. Если бы еще это все собрать, было бы вообще найс. Так, кура вроде бегает, собирает. А где дрон? А, дрон тоже помогает. Все, хорошо. Я могу не переживать. Мы, в принципе, можем реально перекопать весь остров, но я бы не сказал, что мы так много песка получаем. Как мне бы хотелось. Мне бы хотелось гораздо больше. Если бы мы еще энергию не тратили во время копания, было бы вообще супер. Но это, мне кажется, я уже зажрался. Да, он вроде падает, но видите, совсем по кропалику. Совсем по шушуть. Ладно, в любом случае, пускаемся в крафт. У меня земля пока есть, поэтому мне крафтить что-либо другое особого смысла нет. Где у нас еще свободные печки? Так, стекло 240. Запускай максималку, но чуть-чуть оставь. Чтоб было. Так, это крафтится сейчас, я только бонус не забрал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отдайте бонус. Баланс с ним большой. Теперь бабки рекой пойдут. Так, и здесь можем накрафтить остаток нити. Тоже пусть будет. И сюда я еще поставлю остаток стали. Это нам в будущем на камушке пригодится. Так, обновление у вас когда? Через 4 минуты, замечательно. Мы тогда можем двигать пока по другим островам. У нас 42 тысячи, мы можем себе позволить многое. Так, что у вас здесь? У вас здесь должна быть еще загадка. Проклятая, я ее терпеть не могу. Но она здесь должна быть. Она здесь должна быть. Ладно, давайте. А вот и она, походу, вместе с дедом. Дед пердет, я иду. One sec. Чё надо от меня? Вам удалось найти мою башню? Вы понимаете, что я пошел за несколькими предметами, да? Бла-бла-бла. Так, не противитесь, я подготовил для вас особую награду. Я говорю о моей сверх особо магическом скипетре. Требует цветы, забирай. А, пепельноцветы, замечательно. Мне нужно еще несколько вещей, а потом я отдам вам сверх... Я понял. Что еще надо? Он мне дал банки, да? Что еще нужно? Так, вы же хотите получить скипетр, да-да-да-да-да. Тогда принесите пигмент для моих магических свитков. Это не пигмент. Пигмент это вот та херня, что у меня лежит в этом. Звезды, бляха, я не знаю, где их брать. Ну, точнее, я знаю, что они были у этого торгаша, путешественника. Но найду ли я его снова? И какой шанс, что у него будет именно 5? Я знать не могу. Совершенно не могу. У нас зимний биом надо как-то зачистить. Я не знаю, поставить роды, что ли. Потому что там слишком много всего. И слишком много зря. Так, это забирай. Так, там никого. Где лук? Лук лучший помощник в непроходимых местах. Пока что. В будущем, может, это станет меч. Вообще, по-хорошему, здесь надо просто по центру вытоптать везде тропинки, чтобы мы могли там проходить. Вы посмотрите, сколько здесь этих бабочек мертвецких. Я хрен знаю, что с ними делать, серьезно. Чё-то придумаем. Так, хорошо, что у нас по пустыне? По пустыне, по идее, квестгивера получили. Сейчас надо вот туда еще сбегать, в лед. В лед немножечко сгонять.
Так, мы взяли у вас здесь 3. Копни. Здесь взяли, давайте вот этот хоботнем. Опача! Опача, опача. Там, скорее всего, загадка, но... Мы не боимся. Нам вообще еще тут загадку надо разгадать, ну ладно. Так, я не помню ее решение. Так, 1, 2, 3, 4, 5, да? Ох, там сложно высчитывается этот бинарник. Сейчас я покумекаю. Так, я вроде бы нашел бинарники. Это даже не бинарники, это скорее... Ну, короче, не суть. Тут однозначно должен быть 5-й. Тут должен быть, по-моему, 3-й. Так, здесь у нас 00 11 01 01 2 0. Значит, это 4. Здесь 00 10. Соответственно, это 2. И это должен быть 1. Логично? 5 3 4 2. Стоп, 0100. 0100 это опять 4. Слава тебе, господи. Лол, сам сбегал, все подкрывал. Дядька, что ж ты делаешь? Награда — ледяная башка. Найс. И хпшка. Отлично, потому что хпшку я как раз таки потерял. За хпшку очень обидно. Так, с этим понятно. Нам по-хорошему нужно бы решить сразу те две задачки. Или у нас одна? У нас одна, по-моему, в открытом доступе сейчас, да? Короче, ее тоже нужно решить. Ее тоже нужно бы решить. Так, 18 тысяч следующий остров стоит. Ты серьезно? Рыли? Рыли. При том, что мы здесь данж открыли, да? Квестгивер фактически здесь был. Мы же общались с этим товарищем из льдов. То есть, как бы, фактически он был. Так, слева у нас квестгивер был. Что это было? А, это скелета убили. Так, квестгивер там был. Анна Банана у нас была. Соответственно, здесь данж был. Здесь, скорее всего, еще одна загадка должна быть. Давайте здесь пойдем. Здесь, скорее всего, дешевле острова. Здесь гораздо дешевле острова. Так, там основная загадка. Здесь ящик. Раз, два. Стоп. А почему два? А, вот три. Но, бляха, если я открою здесь остров, здесь, скорее всего, будет проблемка с маяками. Я не знаю, как это сработает просто. Так, и там загадка. Так, ну здрасте, господа. Давайте мы вас сразу заберем. Бляха, этот лог по полученным предметам — это просто боль. Он слишком огромен. Давай, сгорай уже, все, нейс. Так, ставим проход сюда. Ставим проход сюда. Видите, угол здесь ни хрена ты не сделаешь. Абсолютно. Так, давай, я хотя бы блок поставлю. Найс. Так, что мы получили? Показывает местоположение ближайшей звезды. Вероятность звездопада увеличивается. Ёпрст, так мы эти звезды еще и собирать можем, не только покупать. Если я понимаю, о тех ли звездах идет речь. Так, здесь какая-то палка стоит. Мы ее зарядили, она дала нам ящики. В прошлый раз ты как-то активнее их открывал, товарищ. Бляха, нихера не видно, что там происходит. Серьезно. Абсолютно ни черта. Так, давай еще один блок земли. Так, что драгоценное есть. Сюда, по-моему, надо с лука стрельнуть. Да, прям в глазенку. Так, еще одна сфера духа. Окей. Не то чтобы это прям каефлут, но это лучше, чем ничего. Здесь мы потом это все объединим, скорее всего, и сделаем здесь добычу руды. Мне такая, это было бы неплохой идеей. Так, крафт попер. Огромный рюкзак можем сделать. Откуда у меня 9 ла... А, мы же крафтим его точно. Давай огромный рюкзак организуй. Организуй рюкзачок. Так, а здесь мы уже никак не вырулим, да? Да, здесь уже всякая херня пустоты нужна. До пустоты нам еще далеко. Здесь нужно 15 пластика еще. Еще 15 и будет хорошо. Трансмутацию, я думаю, пока запускать нет смысла. Есть смысл доставить еще пластик. Так, вы здесь все, да? А зря. Держи 22 на крафт. Рюкзачок, спасибо. Плюс 4, да? Угу. Плюс 4 ячеечки есть. Сюда ставим максималку. Все, у нас будет сейчас куча нефти. Здесь по пластику у нас что? Еще 7 можем выставить. И мы уже можем стекловолокно крафтить. Так-то.
У нас тем более парочка есть. Так, вы уже обновились, да? Обновились. Так, надо все проверить теперь. Нахрена, нахрена, нахрена. Дрон есть. Давайте этого дорогушу возьмем. Кто с нами теперь еще летает? С нами летает медузка. Медузка MS Пикс. MS Пикс, окей, пусть летает. Нам надо сейчас еще с бабками придумать вариантик. Было бы тоже неплохо. Какого хрена здесь курица? Твою мать, мне курица не дает залутать магазин. Так, эми гранаты, это понятно. Электроника пусть будет. Этот пусть будет, ясно. Пока не все так радужно. Но это пока. Я думаю, мы это пофиксим. Так, в итоге нам, по сути, нужно уже каким-то образом перерастать в пустоты, но... Проблема в чем? Я хрен знает, где берутся эти порталы пустоты, во-первых. Во-вторых, нам нужно еще все острова дооткрыть, а денег у нас не фонтан. Я, наверное, сейчас проведу эксперимент с этим маяком. Мне нужно узнать просто, что произойдет, если имеется постройка на другом острове. Да, здания исчезают. Я, в принципе, догадывался, но не хотел в это верить. Так, здесь у нас еще один квест-гивер. Квест-гивер, здорово. В одиночку ходить опасно, согласен. Возьмите. Говно, спасибо, дед, я тебя обожаю. Птичка напомнила мне о существовании золотых яиц. А, мне говорили, да. За всю жизнь я не видел ни одного. Я хочу на них взглянуть. Если бы только кто-то молодой и классный нашел для меня яичко. Да, без Б, если бы ты меня еще говном не радовал, вообще без проблем. По идее, здесь у нас был шанс получить яичко, но мы его успешно просрали. У нас здесь большой шанс получить кактус и говно. Вот что пока точно ясно. Да, слушайте, рандом здесь беспощаден. То, что здесь большинство все-таки драгоценностей, это, конечно, хорошо. Но в большинстве своем это говнище. Этот еще быстрее начинает, еще быстрее. Ладно, там будет долго это выкапывать, выскивать. С этим мы мучить жопу не будем. Так, с этим квестгивером мы разобрались. Тебе нужно тоже яйцо. Так, я у вас здесь немножко молнии побью. Нормальная тема, рабочая. Так, этот мы прошли. Стоп, а какую загадку мы не прошли? Так, где-то у тебя в доме мы были? Бляха, надо реально тут тропинки вытаптывать. Я к тебе домой даже не заходил, да? Я понял. У него здесь, скорее всего, будут обновляемые свиточки, которые мы можем периодически тыбзить. Но это не точно. Это не точно. Мне по-хорошему нужно, кстати, в архив пойти закинуть банки. Я банки все равно юзать не буду. Я банки все равно юзать. Ни хрена я на спидах. Что со скоростью? Так, давайте проверим, куда мы еще можем напихать. По идее, у нас на складе, да, лежит пшеница. Возможно, у нас даже есть яйки. Ничего себе. Когда я успел их наколдовать? Так, тыквы у нас точно есть, только они на складе все. Так, горное дело, что ты требуешь. Драгоценные камни держи. Других пока дать не смогу. Камень и уголь у нас тоже в другом месте. Строительство. Вот здесь самая же поболь. Здесь требуют довольно дорогие материалы для нас на данном этапе. Так, сюда я не притащил рыбу и не притащил вот этот камень. А, еще змеючка у меня есть. Ой, еще и каменелость есть. У меня куча всего, оказывается, слушайте. Так, по зельям. Забирай это все. Нам это точно не пригодится. Так, кулинария. О, здесь проще будет закупать все. Здесь проще будет просто закупить и притащить. Так, с этим ясно. По пище. К пище относятся еще и цветы. Окей. Что я могу сказать? Окей. Так, вот это забираю. Апельсины у меня все на складе, это на складе. Да, у нас большинство вещей все на складе лежат. Короче, мы, в принципе, уже большую часть сюда притащили. Я думаю, что проблемы не будет притащить все остальное. Главное этим заняться, так сказать. Хорошо, по общему движению. По общему движению нам нужно выжать тогда максимум самулетов. А, самулеты мы уже выжали максимум. Глиф мы еще берем тогда. Глиф берем. И по одежде у нас еще был вариантик, да? По одежде, да, мне надо сбегать черепа еще насобирать тогда. И нужно стекловолокно либо покупать, либо крафтить. Мы, в принципе, и крафтить можем. Нам не то чтобы проблема.
Мы можем и накрафтить их. Так, а сколько там уже готово есть пластика? Пластик готов 12, крафтится еще 8, это без учета даблкрафтов. Ну, в принципе, неплохо, на самом деле, в принципе, неплохо. Я сейчас только еще немножко стали поставлю. Боже, сколько у нас драгоценностей, с ума сойти нужно. Просто нужно сойти с ума. Так, здесь максимальчик. И опять у меня буст пропал, и я этого не заметил. А-а-а, печет. Опыт впустую уходит. Так, все, вот теперь не уходит. Короче, в любом случае... О, ладно, уговорили. Так и быть. Так, фиолетовый пигмент не надо. Кожа готовая нужна. Хреновина, хреновина, хреновина. Электронику брать пока, наверное, не буду. Еще один дрон, но у меня на него не хватает бабла. Железные руды 900. Ну, на херню будет стоить в общей сумме, да? Свиток строителя, свиток чародея. Давай вот это забери. И свиток друида забери. Не, все равно не хватит. Я бы еще одного дрона взял, на самом деле. Они достаточно полезны, на самом деле. Если так посмотреть. Это что такое? Слизневые ворота. Понял. Понял, принял. Так, с этим понятно. Но слушайте, полезность как бы не увеличилась. Камень пустоты есть, кстати. Стоит по 30, я правда не знаю, где он нам может пригодиться. Ну ладно, возьмем. Все, что пустоты, мне кажется, надо выкупать сразу. Ну не считай там ворот и всякого этого говна. Может пригодиться абсолютно внезапно. Короче, я поднасобираю сейчас еще черепов. Мы докрафтимся по одежде. И нужно будет, по всей видимости, искать шансы последующего развития. Ну и, конечно же, загребать еще оставшиеся острова. Пока что, ребятки, сделаем небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.